Это вот наш отель. Территория такая большая очень. Состоит вот они из двухэтажных таких домиков. Вот тут горы, море с другой стороны. Так, сейчас я подхожу. Номер 27. Сова. Заходи. Гостем будешь. Так, ну, что-то так темно, или это у меня очки темные? Это у тебя очки темные. Ну, я хочу сказать, что место нам досталось очень хорошее, в том смысле, что мы на втором этаже, значит, к нам никто не залезет через унитаз, никакие животные. Вот. Есть диванчик, телевизор, кресло, стол со стульями. Классно. То есть, кто хочет вот здесь сидеть, будет сидеть и работать. А кто хочет отдыхать, тот ляжет здесь отдыхать. Места достаточно, воздуха достаточно. Вот есть вешалки, то есть гардеробную можно устроить часть. Так, это туалет закрывается, не то что у Франка. Душевая комната. Раз, два, три полотенца. Так, тут два, да, четыре полотенца, два таких, одно такое, одно для ног. Фен даже есть. Ну, все нормально, все как положено. Ага, ну все, давайте, пока-пока, всем привет из Hello. Сан-Винсента. Ага. Yeah, it's fine. Yeah, we just wait. Thank you so much for letting us know. Thank you. Bye-bye. Всем пока. Всем пока. Ну, ты из окна покажи взгляд. Возьми. Вид какой-то открывается на балкон. О, видишь, какие эти такие старые такие эти самые. Рамы. Как у нас дома открывашки. Угу. Ну, вот море. Море. Ну, океан. Океан. Атлантический. Атлантический, ты точно знаешь? Ну ладно, ну что, хорошо? Ну все хорошо. Да. Кому не хватает зелени, смотрите на океан. Он такой сине-зеленый. Да, точно. Ну, чудесно. Всем привет. Сан-Винсента. Это Сан-Педро, да, место называется? Да, городок Сан-Педро. Мы находимся в Сан-Педро. Остров Сан-Винсента.